Здравствуйте, меня зовут Ая, и сегодня я расскажу вам 15 минут о химеризме. Ну, сейчас мы тут говорили об ассоциациях, тогда уже в продолжение этой темы. Какие ассоциации у вас возникают со словом химера? Ну, что это? Кто-то скажет? Чудище. Да, правильно. Для того, чтобы это понятие появилось в Древней Греции, и это было существо, монстр, так скажем, которое порождение Ехидны и Тифона, и у него было тело козла, голова льва и хвост змеи. То есть оно было такое многосоставное существо. Вот, и поэтому в биологии уже в современном мире химерами называют существа, которые состоят из клеток разных геномов. То есть там может быть два и больше разных геномов. Этот термин в 1907 году ввел Винклер для обозначения растения, которое у него получилось, когда он привил томат на послен. Вот. А сейчас они очень распространены, они бывают секториальные, вот, переклинальные, мозаичные. Они очень красивые, яркие, и их часто разводят просто для красоты. Ну, это, согласитесь, красиво и ярко. Здесь есть вот одни из моих любимых химер, которые можно выращивать дома, в частности помидофиль. Причем название есть на английском, это tomato, на русском помидофиль, а на украинском помопля. Я думаю, на других языках тоже есть какие-то интересные названия. То есть, если вам скучно и не хочется выращивать, скажем так, фиалки, которые тоже могут быть химерными, вот, и удивить своих знакомых и друзей чем-нибудь необычным, вы можете вырастить вот дома такое вот растение. С него вы получите килограмма 3 томатов черри, ну и потом уже получите именно сам картофель. Еще одна химера — это бицария. Вот. Это одна из старых химер, она еще с 1640 года, вот, известна. Это переклинальная химера флорентийского цитрона и горького апельсина. Вроде как она получилась случайно, тут ткани лежат слоями, то есть, видите, она как бы собрана так вроде как кусочками, и листья тоже такие же, и сами плоды такие же. Она была одно время утеряна, вот, потом найдена вновь, и сейчас цитрусоводы со всего мира считают как бы за счастье и за получить ее в свою коллекцию. Вот. Химеризм бывает не только у растений, он бывает еще и у животных. У животных химерами являются существа, у которых в геноме есть клетки как бы из двух разных зигот. То есть два и больше, может быть, от двух, скажем так. Вот. Это называется тетрагаметический химеризм, который является самым, ну, довольно-таки редким. Зафиксировано около 40 случаев у людей данного вида химеризма. Одним из самых известных это Лидия Фэрчайлд. По ее истории ее жизни, скажем так, сняли фильм «Мой близнец во мне». Началась история с того, что она разводилась со своим мужем, у нее было двое детей, она была беременна третьим, она решила подать штату прошение о назначении социальной помощи. Соответственно, ей было назначено, надо было пройти тест на отцовство, и так странно получилось, что ее муж, с которым она разводилась, был отцом ее детей двоих, а она матерью не была. Вот. Штат уже хотел подавать иск о мошенничестве, ну, как бы, мало ли. Вот, но когда она родила третьего ребенка, прямо в родильной палате, прямо там брали анализ, и все равно это оказался не ее ребенок. Но у нее был очень умный адвокат, который читал научные журналы, и он увидел в этом журнале статью о человеческом химеризме. Вот, и, соответственно, они взяли анализы ДНК из разных тканей. И вот и оказалось, что у нее была сестра-близнец, которую она поглотила на очень-очень ранней стадии развития, вот, которая в итоге являлась матерью ее рожденных детей, ну, уже четырех, как бы так получилось, что они с мужем не развелись, эта история пошла им на пользу, и вот у них уже четыре ребенка. Я искала химер среди каких-то знаменитых личностей, и самой знаменитой певицей это Тайлер Мюль, которая тоже оказалась химерой. Ей говорили, вот если вот видите, здесь вот ей говорили, что это родимое пятно. Вот. Она его все время как-то ретушировала с помощью фотошопа, еще чего-то, но после истории вот с Лидией Фэрчайлд она решила этого не делать, ну, как бы приняла себя такой, какая она есть, сдала анализ, и оказалось, что она таки химера. Вот. В связи с этим возникает вопрос, можно ли
доверять анализу ДНК как бы истине в последней инстанции, поскольку вот в данном случае ДНК-тест, в принципе, показал правильную информацию, но выносить какие-то решения, основываясь только на нем, нельзя. Точно так же и в уголовном судопроизводстве считается, что, возможно, как бы не было сделано никаких анализов, уже это постфактум, то есть что у Чикатило тоже мог быть химерой, поскольку у него не совпадало анализ как бы по группе крови и по группе спермы. Вот, поэтому, может быть, как-то в будущем этот вопрос тоже будут решать. Итак, кто не является химерами? То есть не надо, если вы вышли на улицу и видите людей, которые, там, у кого гетерохромия глаз или еще что-нибудь, или какая-то прядь волос, что он тоже является химерой. Нет, есть такие, такие люди или животные, неважно, как мозаики. То есть они развиваются из одной зиготы, и на какой-то очень ранней стадии развития там может происходить какая-то мутация. И, соответственно, все остальные клетки уже будут нести эту мутацию. Это может выражаться точно так же в пигментации кожи, странном шахматном рисунке, допустим, или еще в чем-нибудь. Но эти люди не являются химерами, или животные, они тоже не являются химерами, поскольку они происходят из одной зиготы, это одна ДНК. Дальше, гибриды. Тут вы видите миниолу и видите лигра. У этих существ половина ДНК, то есть они опять-таки один геном, половина хромосом от одного родителя, ну, в частности, там мать тигр и отец лев, то есть половина хромосом. И точно так же миниола, она полностью она одна по своей структуре, то есть там нету такой переклинальности, как вы видели у бицарии, где ткани лежали слоями друг на друге. И сейчас самое интересное будет, это гинандроморфы. Что же это такое? Это существа, половина которых мужская, половина женская. Опять-таки, это вид мозаиков, у которых неправильно просто разнеслись хромосомы. То есть в идеале в мужском организме там XY. Перед делением эти хромосомы удваиваются. XX, YY. И в обычных вариантах они как бы так и делятся, XY, XY, но могут делиться, допустим, X и XYY. И, соответственно, все остальные клетки будут точно нести точно такой же набор. И вот, получается, это у ракообразных, у насекомых, у некоторых пауков и даже у птиц. Ну, они несут разную окраску, то есть их очень легко определить внешне, визуально, потому что самцы и самки, они по-разному окрашены, и поэтому как бы это ярко видно. У млекопитающих вряд ли возможен такой прямо яркий эффект, поскольку у нас, во-первых, организм развивается еще и под воздействием половых гормонов. То есть как бы у нас не будет такой яркой линии развлечения. И мы переходим ко второму виду химеризма. Это микрохимеризм. То есть если тот был зафиксирован приблизительно 40 человек во всем мире, то этот намного более распространенный. Микрохимеризм есть фетальный, допустим, материнский, когда мать с плодом обмениваются клетками, когда плод еще находится в утробе. Были сделаны исследования, когда брали женщин, у которых когда-либо рожались мальчики, вот, и пытались найти мужскую ДНК. Но это намного проще найти клетки с мужским кариотипом в женщине, чем искать, чем женские. Вот. И, соответственно, у 2/3 из этих женщин, которые были исследованы, были найдены клетки с мужским кариотипом везде, причем даже они были найдены в мозге. То есть мы в мозгу нашей матери не только как бы фигурально, но и в принципе на самом деле можем существовать довольно долгий промежуток времени, потому что женщины, которые исследовались, вот, там от 32 до 101 года, и у 94-летней женщины были найдены мужские клетки. То есть как бы это довольно-таки длительный процесс может быть. Дальше. Мы с вами можем быть не только жить у нашей матери, но и у наших младших братьев или сестер. Ну или как бы они могут жить в нас. Потому что через материнский организм клетки могут мигрировать во второго ребенка. То есть если у вас есть, вы можете знать, что такое возможно. Трансплантационный химеризм. Это то, чему люди подвержены довольно-таки часто, то есть если человеку переливают кровь во время операции, пересаживают какой-либо орган, на какое-то время он становится химерой.
Возможно, даже навсегда. То есть в Австралии известна девочка, которой делали пересадку печени, и у нее на всю жизнь изменилась группа крови. Если пересаживают костный мозг, тогда врачи делают все возможное, чтобы пациент стал химерой. То есть, как бы, собственный костный мозг убивается, пересаживаются кровотворные клетки другого организма. И если операция прошла успешно, этот человек на всю жизнь останется химерой. То есть, как бы, у него на всю жизнь будут вырабатываться уже клетки с другим геномом. Вот. Лабораторные химеры. Ну, вот эти ученые-чудаки, которые постоянно что-то придумывают, да, они ставят эксперименты. И в 1984 году была создана химера козы и овцы. Это при чем, что у них разные хромосомы, ну, то есть разное количество хромосом. У одной 50, у 60, у другой 54. Вот. И существо было тоже мозаичное. То есть часть шерсти была гладкая, как у козленка, часть была такая волнистая. Вот. Ну и, соответственно, мыши, которые постоянно на них какие-то исследования проводят. Вот. В частности, вот если мы вернемся назад, тут показана картинка, когда пересаживали костный мозг мыши. Выращивали костный мозг, выращивали поджелудочную, которая как бы вводили клетки мыши в крысу, в ней выращивали поджелудочную железу, именно мышиную. Потом изымали и уже им трансплантировали ее мышам, у которых был диабет. И, в принципе, она хорошо работала, ну, как бы, по исследованиям на мышах и крысах. Самый конфронтационный вопрос – это химера человека и животного. Насколько это возможно, насколько это нужно, как бы, и зачем вообще ученые это делают? В январе 2017 года ученые из университета Солка создали химеру человека и свиньи. Из более чем 2000 эмбрионов прижилось около 200. Вот, как бы, и на 28-й день их изъяли из организма свиньи и уже впоследствии изучали. То есть им не дали дальше развиваться. До этого был наложен запрет, как бы, на вообще какие-либо создания химер человека и животного, но вот ученые смотрят на это с оптимизмом, так скажем, поскольку это дает возможности для новых открытий. В данном случае это был всего лишь микрохимеризм, поскольку соотношение было один где-то к 100 тысячам клеток, одна клетка человека на 100 тысяч клеток свиньи. Но в будущем, если это процентное показание увеличить, можно будет, допустим, выращивать человеческие органы внутри животных. Ну, в частности, в данном случае это свинья. Дальше можно проводить абсолютно разные исследования. Допустим, это если на тех же мышах создавать химеры, которые бы были с иммунными клетками человека и изучать воздействие там, нервными клетками человека. То есть это поможет быстрее проводить исследования некоторых видов лекарств или развитие каких-то болезней, тех же аутоиммунных заболеваний и так далее. Вот. Ну и как бы... Хотелось бы сказать, что наука помогает нам заглянуть в самих себя, она помогает нам разобраться, кто мы есть. Вот. И из моей лекции вы поняли, что химера — это не настолько страшно, как могло показаться в самом начале. То есть это не изрыгающее пламя чудовище, а им вполне можем быть мы с вами. Главное — наслаждаться жизнью и быть вот такой вот веселой, жизнерадостной химерой. Ну, если вы такой являетесь. Вопросы? Спасибо большое. Очень любопытная тема. Никогда не встречал этого термина. Вот, был рад об этом услышать. Перейду к вопросу. Мне не совсем понятен механизм, как вообще это возможно. Я правильно понял, это два набора геномов, одновременно присутствующих? Вот, то есть, понятен вопрос, да? Каким образом это вообще может развиваться и жизнь вообще из этого? Каким образом не отторгаются клетки иммунной системы, да, допустим? Ну... В большинстве случаев я имею в виду, что такие существа как бы должны не выживать. Как они вообще... Ученые предполагают, ну, как бы этот факт до конца прям не изучен, но ученые предполагают, что в связи с тем, что эти клетки, ну, если берем тетрагометический химеризм, то эти клетки... сливаются на очень ранних стадиях развития, когда там эмбрионы там, по 8, ну максимум 64 клетки. То есть, и, соответственно, уже распознание свой-чужой не настолько сильно развито. И уже в процессе он развивается как единый организм. Но надо понимать, что
это он имеет мозаичную структуру полностью. То есть и органы могут быть мозаичные, не только там кожа, допустим, или волосы, а все имеет. То есть есть одни клетки с одним геномом и другие клетки с другим геномом. Вот. В частности, про трансплантационный химеризм обычно подбирают донора, который был бы наиболее подходящим к этому человеку, ну и как бы к реципиенту. Вот и все. Еще кто-то? Кто-то? Да. Можно ли считать современные породы собак, допустим, химерами? Современные породы собак вряд ли можно считать химерами, это скорее могут быть гибриды. То есть, как бы, так как на том рисунке, это, скорее всего, ну, как бы, это гибриды. То есть, когда скрещивали разные породы для получения какой-то одной. То есть, как бы, там есть половина хромосомного набора от одной собаки, половина хромосомного набора от другой. То есть, как бы, внешне химеризм может и не проявляться. То есть, он не обязательно имеет какие-то признаки. То есть, если бы даже из этих эмбрионов, которые на последнем слайде были, развились существа, они бы не были чем-то средним между человеком и свиньей. То есть, как бы, они были бы, скорее всего, обычной свиньей. Просто ученые, если брать очень дотошно анализ ДНК со всех частей, вот, можно было бы найти в них человеческие клетки. То якщо, наприклад, прищепити до сливки там алечу, це буде хімерізм. А якщо до людини, ну, частину іншої руки, якщо людина без руки, і їй рішили перешити іншу руку від іншої. Якщо вона приживеться і все буде хорошо, тоді це, да, це теж хімерізм, точно так же, якщо пересаджують там серце, ну, неважно, як би любі органи, це все одно хімерізм. Просто кількість. Дякую за відповідь. Да. А ось, наприклад, якщо людина, наприклад, цілком нормальна, а смітить як свиня, це хімеризм та чи гібрид? Я думаю, це вже соціокультурне поняття, скоріше, а не біологічне, ну, тобто, якби. А як це тоді відображається от на репродуктивних функціях? Тобто, чи завжди, як в історії от першої жінки, тобто дитина і взагалі майбутнє покоління будуть породжуватися тільки від одного геному? Да, тільки від одного геному. Ну, як би, є таке поняття, як розхімерювання. Ну, это больше в ботанике, но зависит от того, то есть, как бы, у Лидии Фэрчайлд, у нее просто ее сестра-близнец, вот эти клетки, которые были, они больше были в репродуктивной системе. Вот, соответственно, и все дети были, как бы, от ее нерожденной сестры-близнеца. Вот, есть такое понятие еще, как как химеризм близнецов. У животных оно известно, это у большого рогатого скота, в частности, уже давным-давно, это называется фримартинизм. Это когда близнецы в утробе обмениваются клетками. И если это разнополые близнецы, то помимо просто обмена клетками еще происходит обмен гормонами. И тогда самки, которые рождаются, у них развиваются и яичники, и семенники, и они становятся, ну, как бы, стерильными. Хотя у мармазеток такого не наблюдается, ну, как бы, но вот у большого рогатого скота есть. И вообще, в принципе, у близнецов человека, ну, неважно, как бы, кого, тоже могут быть такие именно связи через еще внутриутробные при обмене клетками. Ну, кроме однояйцевых близнецов, скажем так, у них, как бы, он происходит, но его нельзя определить, потому что геном у них одинаковый, они изначально поделились, ну, как бы, поэтому это нельзя отследить. Привіт! Знову ж таки представлюсь. Мене звуть Христя. І сьогодні я розкажу вам про Петрикор. А для початку, для статистики, я задам вам ось таке питання. Підніміть, будь ласка, руку ті, кому подобається запах після душу. Прекрасно, хороший результат. Ті, хто не підняли руки, відносяться до 4% людства, яким не подобається запах після душу. Отож, як ви вже зрозуміли по цьому питанню, Петрикор – це є запах землі після душу. Ось, і ми сьогодні поговоримо про таку тему, лекцію. Отож, до вашої уваги, 15 хвилин про Петрикор. Що ж це за слово таке цікаве? Петрикор. Але, в принципі, все ясно. Петрикор – запах землі після душу. Ніби все ясно, але тільки після деякого пояснення. Петрикор
воно слово ніби англійське, але CEH видають не букву Ч, а букву К. Тому це корінь ніби з грецького. Воно складається з двох слів: Петра, що означає камінь, і ікор, що означає таку своєрідну рідину, що текла в жилах богів за давньогрецькою міфологією. Саме ікор давав богам безсмертя, і всі люди смертні прагнули отримати це безсмертя. Але їм для цього потрібно було зробити дві речі: харчуватися нектаром і харчуватися амброзією. Але нектар не сік з м'якотю, і амброзія не квіти, в яких більшості людей алергія. Ось. Але це було за Гомером. Це він розповідав. Отож, якщо дослівно, Петрікор – це така своєрідна кам'яна божественна кров. Все ясно? Нічого не ясно. Спитаємо в Гомера? Краще спитаємо вчених. Отож, в 1965 році двоє вчених – Ізабелла Джой Бір і Річард Томас – досліджували пустелю, верніше рослини, і їхня діяльність під час засухи в пустелі. Ось, вони побачили, що під час засухи деякі рослини виділяють спеціальні олії, які потім поглинає ґрунт. Після дощу ця олія випаровується і утворюється запах, нам добре відомий, після дощу, тобто петрикор. Першу цю свою статтю вони надіслали в журнал Natural британський і пізніше почали далі досліджувати це явище. Вони побачили, що рослини виділяють ці олії не просто так. Справа в тому, що, звичайно, що рослини розмножуються насінням зазвичай. Насіння це потрапляє у ґрунт, і під час засухи ці рослини виділяють олії. Ці олії не дають проростати раніше потрібного часу насінням, рятуючи їх від проростання і засихання, звичайно ж. Після дощу ці олії випаровуються і дають змогу прорости насінню. Це все, що вони написали насправді. Тому петрикор було на той час не дуже досліджене явище. Вже в 2015 році Масачусетський технологічний інститут, верніше його науковці, вирішили перевірити і дізнатися, що саме є петрикором, його чинники і складові. Вони за допомогою високошвидкісних камер записали сам цей процес петрикору. Але для початку вони взяли 28 проб поверхні, 12 з яких інженерні матеріали, типу асфальту, бетону, і 16 проб ґрунтів. Це були клумби біля цього інституту, пісок з місцевого пляжу і мул з річки. Вони, знову ж таки повторюсь, за допомогою високошвидкісних камер записали це явище. Крапля води падає на поверхню і під її дією, під її тиском, повітря виштовхує ці олії і утворюється аерозоль. Ось ми можемо побачити зараз цяточки, які виходять після удару. Ось. Ось так утворюється петрикор. Але знову ж таки, вони показали інше, що до складу петрикора, верніше, ну знову ж таки, запаху, відноситься не тільки олії, а є ще інші чинники цього запаху. Найперше – це бактерії типу синьо-зелених водоростей, тобто ціанобактерії. В них є такий продукт життєдіяльності, як геосмін. І саме геосмін дає запах більш характерний. Ми, до речі, можемо почути сильний запах геосміну, якщо зайдемо в землистий льох. Ось, також одним із інгредієнтів являються актиноміцети, верніше їхні спори. Вони розмножуються, верніше живуть в ґрунті і розмножуються спорами. Ці спори відкладаються десь в ґрунтах, і дощ
за допомогою аерозолю його вибиває з землі і знову ж таки розповсюджується запах. І наступне, що вони відкрили, неприємний факт, що разом із оліями, геосміном і спорами актиноміцетів випускаються і віруси. Але вони, звичайно ж, запаху ніякого не мають. Тому, в принципі, це пояснює той факт, чому ми маємо найбільший шанс захворіти під час вологої погоди, а не в суху погоду чи там навіть в мороз. А тому давайте наступне розглянемо безпосередньо самі чинники Петрікору. Найперше, чинниками Петрікору є дощ, але не аби який дощ. Дощ має бути дрібний або помірний. Сильним дощом аерозолі просто проб'є до землі. І ми не почуємо цей запах, тому що він не буде розповсюджуватись. Наступне – поверхня, ґрунт та деякі інженерні матеріали. І обов'язково, щоб вони були пористі або з мікротріщинами. Засуха. Тому що саме це впливає на виділення рослинами олії. Олії рослин безпосередньо і бактерії типу синьо-зелених водоростей або ціанобактерій, актиноміцети безпосередньо їхні спори і віруси, але віруси на запах ніяк не впливають. Насправді термін Петрікор став популярним серед людей після виходу в 2011 році серії «Доктора Кто», де дуже часто в одній із серій «Дружина доктора» використовувалось це слово. І вже після цього вже натхненні науковці з Масачусетського інституту почали перевіряти цей факт і більш детально досліджувати. Багато хто з людей також говорить, вийшовши на вулицю після дощу, цей прекрасний запах мокрого асфальту, або «Боже, як прекрасно пахне цей озон!» Насправді, це не є Петрікор. З одної сторони, озон може бути присутнім в Петрікору тільки якщо після засухи пройде дрібний або помірний дощ і буде блискавка. Тоді в цьому запаху може бути присутній озон. Сам по собі цей запах не можна назвати озоном. На рахунок мокрого асфальту. Сам запах мокрого асфальту є Петрікором, тому що безпосередньо в асфальті знаходиться геосмін, але він буде запах мокрого асфальту і запах після дощу, наприклад, в лісі, буде набагато відрізнятися, тому що до цього запаху, крім геосміну, буде також входити і хімічні елементи, сполуки, які знаходяться безпосередньо в асфальті, тобто смола навіть та сама вплине. Насправді, останнє, що я хочу вам сказати, що не потрібно думати, що всі прості речі є простими. Вони є цікавими, їх можна дослідити з різних сторін і побачити, що ви помилялися, і можна знайти багато цікавого в звичайних речах, так само, як я знайшла в Петрікорі. Тому ось ви знаєте, що таке Петрікор. І я даю гарантію, що багато з ваших друзів навіть не знають, що це таке. І у вас є шанс розповісти про це. З вами була Христя Венгер. Це було 15 хвилин або не 15 хвилин про Петрікор. Живіть і процвітайте. Дякую за увагу. Питання? Дякую. Христь, ти багато розказувала про цю лекцію, казала, що ти готувалась. Може, ти знаєш, чи хтось пробував вивести цей Петрікор, цей запах штучно? Там, зробити якусь туалетну воду з нього чи ще щось? Ну, дивись, для початку, для туалетної води повинна бути речовина, яка буде утримувати цей запах. Ну, взагалі, я знаю, що є схожі якісь запахи, типу мокрого дерева, мокрого асфальту, але я не пам'ятаю, що це за фірми. Їх виводили, але не за допомогою того, що крапля дощу падає на поверхність. Типу, вони якось іншим способом це робили. Дякую за запитання.